Итак, ребят, настал новый день, и нас не зарейдили. Сейчас у меня в онлайне Ира, Надя и Адекват. Я вот только вот проснулся и тоже присоединяюсь к ребятам. Так что все хорошо у нас. Сколько подфармили уже. Вот, надо будет открывать все нычки, короче, распаковываться, одним словом. Так, все, ребят, переработалось, уходим. 2.14 получилось колс. А по МВК что? По МВК 300. Хорош. Ну так давай, у тебя счастливая рука, может, ну как так бы я, все, у меня все изучено. Ну ладно. Типа тебе выпадет то, что у тебя не изучено, а мне-то... Ну а так бы ты хотела веселья, ну вот тебе армирую на это. Учи. Дверь? Давай я снял. Не, окно. Давай. Мэтт сейчас на рулетке. Давай, давай. А это как нож выбивать. Или калаш. О, скопа. Скопа. Керамби! Тоже хорошо. Тебе проще будет. Так, ну было два выстрела ракетами. Угу. Ну это по прямой где-то вообще было. Ну, по-моему, там лестница, что ли, на крышу видит. Да. Стоит солома пристройка, да. И на ней лестница. Это вот это бахают, ребят. Ага. Давай, мисс Винки. Да, пусть. Так, здесь сейчас вот за дом прячемся, да? Собираемся вместе и идем на картах. Потому что там вода будет шелестеть. Болтовочник, ты остаешься, наверное, здесь за домом, да? Ага. Ну, все, пошли. Сыпно, конечно, сейчас не сожрут. Не топаем, не топаем. Адекват слышно, топот. Подожди, а как он забагал вовнутрь? В смысле, он потолок бьет? Ну, нас сейчас капец будет слышно, когда полезем. Главное, чтобы он в последний момент услышал. Нам надо потолок разбить, чтобы залезть. Средний. А, нет, слева лестница, дальше лестница есть. Где-то совсем рядом бьет. Лезу. Так это рейд-будка получается? Может быть. А дальше куда, ребят? Как-то направо, тебе надо пропрыгивать. Направо? Да, на солому надо. Подожди, я не вижу, он походу дверь поставил? Или он сверху рейдил? Непонятно. Но он внизу только что по воде шлепнул. Он, кажется, внизу был. Так. Я должен походу через стену прыгнуть, ребят. Может быть. Ладно, прыгаю. Так. Yeah. Запалился. Я сверху туда сижу. Он двери открывает, он шкаф захватил. Блядь, хуёво. Я сверху сижу тогда, нет? Или прыгаю? Ну, а еще один тогда спрыгивать. А я никак не могу, блядь, через мод пройти, получается. Я пытаюсь. Обхожу дом страшно. По кругу. Сука. Очень нехорошо получилось. Главное, хилься. Минус на крышу. Молодец. Ну чё, раз спалились, я тогда пошлю. Да. Дверь открытая. Добил. Хэдшот, ага. Подожди, может они через верх все-таки еще лезли? И типа не застроили? Закрыл дверь. Блядь. Забрал у него МП5. Хорош. Смотрю окна. Жду дверь. Дрозд, ты хочешь, пролезай, тут места полно. Ну, то есть он сейчас солом порушит, мы отсюда... На улице, Мэтт, под тобой, голый. Подо мной? Ну, бесил. Где мы залезали, по лестнице. С другой стороны. Там слипер. Нет, там... В этой, в переходе, во вход. Вот, сделали. Но сзади ничего нету, и дом гниет. Они резко забрали. Ну что-то же он там взрывает. Надо дверь открыть одну вот эту, пускай он откроет. У него выхода другого-то нету. Двери-то чужие. Что-то поставил. Угу. Ну, видимо, там опасно. Спальник положил. А еще прикол в том, что дрозд, если он откроет, она открывается на нас же. Мы хер пройдем, правильно? Ну... Да. Да. Мы не пройдем. Угу. Как нам отсюда выбираться? Ниже этажом. Угу. Одетый? Да, фуловый.
Да, подстрелочным пробежал. А как нам выпрыгивать, Дросс, с этого треугольника или что? Не-не-не, ты посмотри, вот, спички, вот здесь спички. Я могу спрыгнуть. А, вижу, ага, все. Не, ребят, уходим, потому что они не вылезут, все, они закрылись. Здесь только взрывать самим, если. Ну, им по пятку отжали. Дрозду как раз. Куча патронов у меня. А, ты болтал того чувака, что ли, да? Сбрось меня. А что он голый был? А я не знаю. Ползает. Хедшот. Молодец. Все, отходим. Минус. Угу. Двухстволкой. Пипас же был выстрел. Угу. Да? Ну не знаю, да. Было больно. Я уж понял по твоему лицу. Хотя бы два патрона влетело. Ну, по звуку даже совсем другое. Бля, вот переночевать нашли хату, а? Угу. Сука, тут хозяин, оказывается, есть. Мухи летают. Романтика. Бонни, кстати, могу тебе фонарик дать? Давай. В ящики вон скинь. Ясно. Ну. Минус. Спасибо. Нам по 5 был просто. Двери? Бонни со мной, да. Я слышал, никто там из наших сейчас модули никакие не одевал? Нет. Дрозд, он говорил, наверное. В смысле, может, я в ТСе слышал, ну где-то, наверное, здесь. Тихо тогда. Ну вот дом стоит. Он хоть и рушится, но он еще целый вроде. Под заброшенный косит, может. Не, он гниет реально, 4 хп у фундамента. На горе наш? Мы тут шаримся. А, да, видим. Прям наверху, да? Да. Все, видим. Бегим. Хотя... Адекват, я на крыше. Есть там, да. В доме. Он рейдит, угу. Типа. Угу. Мы бежим. С глушака слышал. Наверху, да? Да. Хедшота 2 минус. Красава. Не бегим. А вот один. Справа. Иду к тебе. Разбиваю ящик. Он спас, походу специально поставил, чтобы не пролезли. Красава, что слышал модуль? Дрозд, я дальше понял. Я видел. Мародеры. Один мародер? Интересно. Ну, вроде бы. А ник какой? Блять, не ори так, сука, испугал. Ник какой, говорю. Все, чисто, дом чист. Ясно. Ник! Ой, ребята, блять, нахуй твой ник. Посмотри в него, блять. Че там? Блять, что, блять, в ящик посмотри. Подожди, просто у меня 6 сульфурных, я звоню. Просто идите все нахуй, блять, это же, ты в ящик, ты посмотри в него еще, блять. Что, скажите? Ну, блять. Да скажите вы, ваш мать! Да просто 2 инвентаря сульфура, мэн! Сука! Быстрее сюда! Сюда нахуй! И все, ребята, домой валим. Ху, сердечный приступ, тушите меня, тушите, блядь! Вот это я услышал модуль, блядь! Адекват, забирай его, я контролю. Сейчас выкидываю хавку, бинты, медицину, блядь, что выкидываю нахуй? Калаш выкидываю, болтовку выкидываю. Все, тихо, все, ребят. А, потому что он пойдет, я думаю, обратно это отжимать, учитывая, что он это видит. Блять, это нормально все, не парься, это дом рушится. Теперь я не могу допрыгнуть. У меня фундамент разрушился, с которого запрыгивали. Я подсаживаю тебя. Все. А какой у него ник был? Да, блядь, какая есть. Вам разница-то, ё-моё, да чё не, до никогда колупались? А, куда здесь попасть? Шкаф. В шкафу пусто. Выше поднимись, по этим, прыгай по боку треугольников. 8 бобовых, турельки, я бегу. Да, забирайте всё. Я еще это не видел, но я уже... Тут еще, ребят, фаер, тут шкаф. Я лут вообще не смотрел. Патроны тут. Мэтт, поднимайся сюда, потому что надо объединяться.
Это жесть. Холмогон. Нахер он свой мод одел, олень. Но он не знал, что здесь кто-то рядом есть. И что тут добирать? Сраная гора, пусти меня. Камень? Нет, там глянь вообще, что нужно. Нет, не, я просто каменную стенку забрал. Но мы все объединяемся и валим все, домой. Да-да-да, валим нахуй. Ёб твою мать, это чё говорит? В ящик пошли. Бля, ты в него посмотри. Точно все золото? Да-да-да. От одного инфаркта к другому, блядь. Да, бля, я в него посмотрел сначала, а потом в ящик. Ебать, просто. Уходим. Да. Не, ну здесь место такое, вот какой это квадрат? Не знаю, главное, что мы на П хотели прийти, мы пришли. Не, короче, я просто, пока вы там, инфаркты ловили, я спустился вниз, там просто 7 сульфурных в упор стояло. Здесь, короче, место такое, да. Все, просто забей, идем домой. Так, давайте, короче, на красный ковер, там у нас где... Да, в нашей. В землянке. Все, ты на Дихина принесла? Все к моим ногам. Лавина. Какого хрена? Блять, сходили разок. Сгрили, фоткай, сгрили. О, огонь. Сейчас прикиньте, он исчезает. Все, забирайте, ребят, быстрее, хватаем его. Это жесть. Это просто вон с меня посыпалось уже. Кладите быстро в руду в печке. Бля, я реально за все сезоны столько не видел, чтобы было в одной куче, блин. Обалдеть. За раз сходили. В печку пихайте, кому места не хватило, сразу в печку. Я сейчас еще заберу. А что, все забрали? В ящики стоунсы закидываю. Да, пихайте куда-нибудь, я сейчас все это поставлю плавить. А, 104. Я печку одну заполнил. У него при этом все было почти косарь пороха. Так, ну что, все готовы? Адекват вроде молчит. Давно. Все, тогда выдвигаемся, пошли, ребят. Так, вот это хата же, да? Да. Ага. Вот справа мы пристраивались прям на изи, там через подсад. Ну или лесенку можно веревочную поставить. Лесенку. Где у него комната? Вот, и все можем. А вот, иди за мной, справа. А, вот. Ага, вижу. А как тут? The Big Devil какой-то. Вот здесь я представился. Нормально. А если прям вот с этого входа? А вот, залазь. Прям на вышку. А вон ящики у него. Тут все кровать. Нормально. Так, зачем нам вышка? Вышка там нахуй не нужна. Ой, залагал, упал. А, так, ну вот, я внизу. Ага, огнеметная турель, вижу, аккуратно. Да. Или она не работает? Не знаю, не проверял. Боня, сзади дома зайди, посмотри, это очень странно. Иду. Ты видишь, что здесь? А как сзади дома зайти? А вот ты рядом со мной, все правильно. А, ну. Вот ну. Это вот это. Что это? Может ему прям туда лупить? Это ну, железная дверь. Камень откроем, и в железо, не? Что-то как-то мы полдома, походу, сейчас. Вот с этой левой стороны, вот здесь вот, короче, армовая дверь у него там. Угу. Ага. А сколько одна нужна сиха, чтобы пройти к нему на этаж повыше, который не башня именно, а этаж? А вот же железные двери. Там, где огненная. Там вот дальний треугольник, это железная дверь. Не, это с бочины идти. Не, это не то, Мэтт. Ну тогда вот оттуда можно. Меня интересуют его окна. Можно как-то залезть туда? Здорово всем. Как-то туда залез? Ну там справа по юбке пробежал. А, ну. Ну и чё? Вот здесь вот у него огонь горит. Здесь вот. Вот я вижу. А, то есть долбать туда 6 ракет и не колупать мозги, да? Ну вот сюда, например. Понял тебя. Тогда мне надо к тебе подняться. По кругу ты как-то обошел? А, понял, все, вижу. Так этот, смотри, я тебе говорю, можно еще дешевле. Там люк. А, ну там если люк, там могут быть и двери. Ну да. Ну вот здесь. Где у него горел? Вот здесь, понял. Ну вот я туда и предлагал. Так. Может, залезешь наверх, сверху будешь лупить. Пометку дай мне еще раз. Сейчас. Все, отходи. Не, нормально. Дай глянем. Угу. Это, кстати говоря, где дверь, по-моему, нет? Там что-то. Там турель огненная. Это просто буферки. Нет, обычная турель. Я ногу вижу. Это огненная. Дальше бьем. Там проход есть, ну ладно. Две ракеты. Ну дальше бьем, сейчас у него железка вылетит.
Да, вот теперь разрывные. Там тоже будет. 37. Кто долбит? А, вот. Видел? Да. Вот, вот это вот, две стены вылезет. Давай, давай, ага. Отлично. Еще. Дверь. Холодильник. Свапы. Свапы. Кругольц. Мне бы как-то упасть, чтобы поставить, да? Люк. Да-да-да, люк. Так, смотри, вот он вот так проходит. Сейчас. Огонь потухнет. Не ходи, адекват, не ходи. Да тухни ты, ё-моё. Вперед. Рулетка громкий. Открытая. Люк. Ниже. Свап под этим. Ага. Но он задамаженный. Так, если я не ошибаюсь, вот эта вот дверь ведет к люку. Свап такой бомжовский. Они же, стой, стой, отойдите, отойдите. Подожди, отойдите, смотри. Я солому разобью. Стой, Бонни, смотри, а, дверь вперед, тоже. Да? Но. Дверь вперед, за ней рулетка направо. Куда? Открытая или нет, что? Нет, не знаю, я замок тоже торчит. Но она там есть, по крайней мере. Но центр дома, получается, нам надо железную реально, ребят, да, выбить. Вглубь пройти, это будет стой, центр стой, дома. Стой, 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 стой. Давай влево и вперед две двери. Подсадите меня ну, сюда. Ну все, сейчас. Добрый, подсади. Ну он добрый не стоит. Стой, блядь. Ай. Я адекват, броню-то одень как бы, не? А, нет. Это дверь. Нет, это не к люку ведет. Люк вот у нас, да, видно люк. Так, подожди, нет, смотри, сюда, здесь дверь, и тогда направо должна быть еще дверь, это направо люк наверх, а налево. А, ну, так вот я говорю, рулетка, наверное, к люку ведет. Да, рулетка к люку ведет. Ты говносихи не брал? Ну, и чё? Две двери цепани просто. Ракеты. Нет, ребята, у нас 4 ракеты, 6 говносих, и сихи нормальные. Так, вперед, 4. Вперед сиху накидывай. Надо сиху. Вот что-то непонятно, что вот это за дверь. Ну да. Куда она? Да мне кажется, это просто ячейка дома. Дом ячейка, твою мать. Ну я ж... И так, там улица идет. Армированная дверь, смотри. А зачем армировать? Если там не вход, или там вход? Там вход, по-моему. У него нет, вход у него вот, с люка, кажется. Нет? Вот. А у него с двух сторон. Тут, блядь, слушай, давай люк и по дверям, может, сторон. Нет? Тихами. Потому что железо потолоку долбить. Хотя... Нет, мы можем выбить потолок-то на изи. Ну, два потолка мы можем выбить, как раз-то... Ну, адекват сказал, что вот здесь вот у него горел свет. Ну, вот, смотри. Вот он и горит дверь сейчас. Вот сюда, вот под тобой, вот сюда бьем, два потолка вылетают. Нет, сихи накидывать придется. Я говорю, у меня 4 ракеты. 5 ракет у меня. 2 сихи? Или сколько надо, да, на железку? Ну, на железку 3 сихи надо, вот. Но можно будет ракеты накидывать. Давай. Какую вот, именно вот этот? Адекват. Ну, вроде как да. Подожди, а снизу там двери не было туда? Вообще никак. Там же камень был просто. Дай разобьем эту солому, посмотрим. Либо люк отойди, реально Бонни. Будет отойди. Выбить. Чё? Не-не-не. С вот это у него никак. Просто переход. Вот это у него просто переход. Он вот здесь стой. Типа проходит туда. Я почему-то никакого огня не вижу до сих пор. Я вот вижу, вот смотри. Да, там тоже присутствует. Да. Вот, вот прям вот здесь вот у него вот, горит. Да, вниз. Да-да-да. Подожди. Тогда не надо застраивать тогда. Там 750 у этого. У стены. А, давай тогда сихами. Две накинь. Сейчас одну взорвем, подожди. Посмотрим, сколько хп останется. Блять, мы не близко. Сядь, сядь. Не-не-не, нормально. У меня там почему-то огня нету. 430. Ну еще одну накидывай. Потом, может, разрывными получится добить. Сложный дом. Сто 155. Дрозд, хватит у тебя патрон? Ракета. Нет, не хватит. Ракета. Ракета.
Так. У меня бы... Давай подсажу. Вдолбать вот с этого потолка, да. А вот это... Ну, да. Все. Все, спрятались. Все, отошли? Да. Да? Да. Ага. Не нихуя. Вылетело, что ли? Сколько? 17 хп. Давай, добивай. Скажите, куда? Лутовая, вроде. И где он спит. Workbench, да. Workbench. Так, не ходите. Будем взрывать две сразу. Кстати говоря, у него ворк третий. Угу. Да, и вот он спит, кстати, красавец. Угу. А, либо это, лестницы у нас много же. Да? Подожди, давайте я могу поставим. Спуститься? Стой, хочу стейбл глянуть. Киянку делаю. Да дайте я это. Лестницу. Так, в нем шприцы. Посмотри, сколько у потолка дерево. Под ним. Стейбл. 100. 100? Значит, это фундамент. Топливо. Стат куда-то вывалилось. Так, я все забрала с него. Из ящика. Угу. О, я про это простор сделал. Угу. Своей рожей простор сделал. Черт. Ты не в лестницу попал? Я не знаю. Твою мать, блядь. Лестница? Какого? Все, успокойся, да? Сука. Да-да-да. Блядь, ну не должно убить меня. Нет. Не, нормально, нормально. Все, да. Какого хера? В смысле, я в лестницу попал, мы бы все сдохли. А, чинилка. Ящик. И лут опять. Ой, ой, хорошая турель, ребята. Там хорошая, да, турель. Вайтить. Ран! Оп. О, дошел до этого. Микросхемы всякие, ну это, угу, компоненты. Компоненты. О, огонь. Так пафосно перезаряжается. Дом богатый. Все. Все. Конец-то. Как мне нет, не ходи, не ходи, не ходи, гантрэп. Где? Лупи по нему. А, не, нормально, все, он повернутый, ага. Так, в маленьких ящиках лестницы штурмовые, смотри. Заберу. Так, топоры, кирки. Надо взрывать рулетку. Успокойся ты, сука. Разрывные так. Есть еще? 1000 дерева. За рулеткой стоит забаганный ящик. Ну, то есть он наполовину стоит. Значит, так, там еще один стоит. Хватить. Иди рулетку, хуя. А мы кинем эту бобовую сиху, так что добей. О, блядь, забыл, напугал, сука. Я сам опять обосрался. Сука. Гребаная херота. Да нахуй нам нужно. Че, куда спасаться? Вниз, вниз к ним прыгай. Так, ну маленький я все забрала, что там полезное было. Все. Опа, опа, меня убили. Ёпамать. Скоры. Нет, два что-то прилетело. Эль Капоне. Беги, и Тера с собой прихвати. Хорошо. Тер, ты зашел? Да. А разбили эти штурмовые лестницы? Да, да, 185 хп бы я оставил. Понял. Тебя убили, что ли, Добрый? Да, Добрый, я а чё так? А, он две головы поставил. Я даже не успел, так сказать. Так адекват иди это. Ты охраняй. Дайте там, что-то сильно далеко не ходи. Давай. Он один, что ли, там? Угу. Ну, видел. Нет, того. Их минимум трое. Да? Давай, Добрый, быстрее. Эль Капоне? Поехали. А, так это Славка. Там Славочка. А вот бахаете, да? Да, да, да. Да. Кто там моргает так? Чё? Да, еще один ящик. Из сейфа. Так. В ящике сера. Ну, грубо говоря, 2000. Металл жареный. Так, валить в одном сейфе. Другой сейф пустой. Ну, как бы, пока что это гониво все. Мы нашли нормально компонентов, но, как бы... Заберите железо. Оружие, броня у него должно быть. С
ящиком. И это... Пошла тут. Ну, я фуловый, я не могу ничего забирать. Что забрать? С ящика, с того, этот... переплавленное железо, сера, вот это все. Уголь главное. Здесь у него был этот... Остается а что вот здесь? Эта дверь. Вот эти... Армированная дверь. Вот единственное. Арма и железка вот это осталось, все. Да. Остальное нам нахрен не впилось. Ну, давайте сюда ракету тогда кинем. Кинь ракету. Прям кинем, да. Швырни ее. Так, кидаю сиху. Поставьте мне это, можете, потолок? Ага. А он если что, с глушителем. Да. Он там, да, глушителя убили? Он прям в упор стоит. Его с глушака убили. Потому что я выстрелов не слышу. А вы послышались, что были нормально? Я слышал только, как плюхи прилетели. Верстак перемотный. Угу. Ну и остается узнать, что за армированной дверью. Так. Так. И... Так. Сейчас с этой стороны вниз спущусь, посмотрю, что здесь. Потом так. А потом нам не хватает, походу. Три бобовки у меня осталось, это уже не хватит. А сколько? 140 хп. 140 хп. А взрывные есть патроны? Нет. Так, мы подошли. А, пороха... у меня есть бобовка, порох. У него есть верстак, с другой у меня стороны. Есть порох и уголь. Угу. Сейчас делай. Сделайте подъем. Руда. Опа, вылет. Не надо, Мэтт, не надо, Мэтт, не надо, вылетело. Да, чё, пусть они на внешке-то будут. Ага. Люк. Люк. Вниз. Угу. Пусть у меня два подъема наверх, типа. Я хз. А что мы снизу не видели этот подъем. А ну-ка. Это где получается? Это здесь, ага. Ну это получается, чтобы да, зарейдить его, это надо еще брать сихи эти и ракеты. Подожди, это знаешь где люк? Это вот здесь люк. Слушай, а знаешь что самое интересное? Он ведет, похоже, в закрытую ячейку. Ну сзади нету двери, да? Либо я совсем дурак. Это получается второй железный квадрат, да, пройди просто. Да. Это вот он. Ага. У нас в ту часть дома вообще ничего нету. У него на первом это замуровано. Возвращаемся вот, за ракетами. Я вот, с другой стороны. Тут броня. Один его. Тут, а вон, Добрыня, пускай останется. С этим стером. Че, увидел кого? А, голову. Так, сихи возьму опять, наверное, 4. Вот, ракет. Наверное, 16 опять взять или сколько? Или 12? Ну, нам надо пройти, получается, эту... люк. Там, скорее всего, еще одна дверь будет за ним. Сука, ненавижу дома ячейки, это такая жесть. Так, чё, ну чё, я люк взрываю, да. Они вообще вдалеке. Блин, поближе туда встань. Так. Шкаф, реально, как вы догадались? Ну, я догадалась, потому что больше ничего там быть не может. Шкаф на кодовом, соответственно. А вот дверь куда, вопрос? У него с другой стороны, она нигде не... Не-не-не, спустись туда, там будет дверь. Куда? Каменная, перевернутая. Ее как раз и будем выбивать. Взрываю шкаф. Ты меня обманываешь, нету здесь двери. Ну, а что, обмануть уже нельзя? А, это была шутка. Другая дверь. Так, лестница у меня... не открытая. Организуйте, пожалуйста. Камня очень много, дерево, металл. Отойди. Поставить. А, дерево, не... металл забрал, камень оставил. Хотел чё? Поставить нормальную лестницу, потом это. Ты ж там сидел. Так. Чё, шкрафтить крафт? Шкрафт. Я, да. Дай крафчу мне... шкаф. А. Дерево. Так, пошли вы... Там нету другой подхода в стороны ни с какой. Вот эту дверь забираем. Я сейчас посмотрю еще на всякий случай отсюда. А, так мы не знаем, что... За ней нет, она это глухой квадрат. Адекват, что с тобой, дружище? Беги! Убежал.
Так. Так. Чпоньк. Только взорвался. А я лестницу смогу нормально поставить. Привилегидж. Шкаф скрафтили? Я крафчу. 19 секунд. Она погасла. Отойди, подожжу. Ну, подожжешь тогда? Не-не-не. Как тут нет? Смотри, как удобно. Я не полезу. Я так уже сдохла, мне не понравилось. Сыкота, блядь. Так, адекватно. Ящики лут. На адекват. Ага. Е-мать, основа, ребята. Основа. Я ж сказал. Вот, Томпсон, Ой, не калаша нету, это я преувеличить решил. Томпсон и биквалеры. Дерева очень много. Хай-квалити сколько? 14. Шприцов много. Вот, топлива очень много. Кловсов много. Адекват. Че? Отойди. А? Жоржа, блядь. Стал напротив лестницы. Так, дерево забираю. Дальше шприцы сами заберете. Он открывает двери? Нет, это мы открываем двери, понял. Так. Да, мне кажется, это уже не важно, Мэтт. Я выкидываю кирки тогда. Так, подожди, у меня еще один слот есть. Я лучше шприцы возьму. А это что? Адекват, кстати говоря, деревянные стены там есть еще. Угу. Боня, а у нас еще рулетка не открытая на втором этаже. Так за ней люк же, ребята говорят. Нет, вот да. За другой люк. Там люк наверх. Вот, вот это, а, вот, да? Наверх. Да. Окей. Нет, все, ребят, заряжено. Я выкидываю кирки, чтобы лут забрать, или у нас влезет все? Нет, оставлять кирки, оставляю. Ребята залутают. Осталось. Ну, там я честно вам признаюсь, забрать. Я просто не хочу еще дальше взрывать и тратить на него ракет. То, что, хорошо, вот это вот нашли и все. А не, больше нету здесь ничего. Так, есть там что? Осталось что? Ну, так, если мы там... Берданка. Почнем. А, топливо осталось. Не будем забирать? Да, фиг. Нет. У нас его есть. А, уже забрали, едет, все. Я спрыгнул. А в большой печке-то было что у него? В НПЗ 8 топлива канистр. Ну, ладно. Ну, все, теперь точно. Зарыжено! Брынь-брынь!